Железногорец 12 лет проведет в тюрьме за многократную перепродажу своего автомобиля. Он 5 раз находил покупателей, а после каждой сделки и получения денег просил нового владельца еще немного погонять на своей «Ласточке» за арендную плату, а после этого продавал ее вновь. О других новостях в 2 словах расскажем далее. Красноярцам предложили вспомнить о Борисе Немцове. Акция памяти пройдет 29 февраля в субботу в час дня возле памятника жертвам политических репрессий. Это рядом с музейным центром «Площадь мира». Бориса Немцова застрелили в феврале 2015 года в центре Москвы. Заказчика до сих пор не нашли. 5 машин не поделили дорогу и заблокировали движение на перекрестке Свободного и Новой Зари. Кто стал виновником происшествия, в ГИБДД не сообщается. Никто в аварии не пострадал. Правда, Mazda и Kia лишились передних фар, бампера и крыльев. Красноярцам стали чаще отказывать в выдаче кредитов. Такие результаты опубликовали статистики Национального бюро кредитных историй. В январе этого года жители края получили около 28 тысяч кредитов. В прошлом году эта цифра была выше. Займы стали реже выдавать из-за более тщательной проверки финансовой состоятельности претендента на кредит. Владельцев приюта для хаски выселяют с земли. Волонтеры ищут новое помещение для передержки и собирают деньги на покупку участка. Освободить территорию их попросили в максимально сжатые сроки.